первым. Еще один регистратор. Может, хоть теперь я пойму, чем вы здесь занимались. Инъектор Неро. То, что доктор написал. В ближайшее время поездов можно не ждать.
Вижу, вижу. Это здесь. О, господи, вот это замес. Ну, может, найдется у них тут что стоящее. Ладно, где? Я на верном пути.
Годится. Еще медпункт. И что же Неро оставили тут после себя?
Да, сойдет. Сраные фрики, горите! Ну вот, по доброй традиции. Сейчас они все сюда сбегутся.
Вот он! Как тебе? Трофей. Ага. Все, что ли? Да, боже. Да, наконец-то. Так, ну теперь посмотрим. Еще один инъектор. Хорошо. То, что надо. Можно что-нибудь смастерить. Еще один регистратор. Что это? Я не хочу это слушать. Отставить! Отставить! Бросайте оружие! Сам офицер дежурного ополчения!
человек, полковник Гарретт, дал мне все необходимые права. Это шумское ополчение. Теперь мы здесь командуем. Я выполняю приказ. Дорога теперь ведите закрыта. Ведите себя хорошо и пойдите назад. Стой назад! Разойдись. Заложите заряды. Мы закрываем дорогу. Кто-то должен остановить эту чуму. Отойдите. Поберегись! Поберегись! Ложись! Ложись! Дешутское ополчение. Ну и что с ними стало? Приказ об эвакуации. Да, я помню, они их целыми пачками разбрасывали. Поправимо. Порядок. Thank you.
Получил? Давай посмотрим. Это мне нужно. О, хорошо. Гнездо. Должно быть где-то здесь.
пригодится. Пригодится. Еще один маячок в пещере. Вот он. Похоже, он тут уже давно. Тут регистратор Неро. Что-то я не хочу это слушать. Заметка номер 701. Это вторая экспедиция в систему пещер High Desert. Кодовое обозначение сектор 15. Отталкиваясь от исследования доктора Блэка, мы подтвердили гибель большой колонии Эудерма макулата, пятнистых ушанов. Приблизительный размер 3-4 тысячи особей. Помимо ожидаемых симптомов барощатой мускулатуры, расширенных вен и потери меха, на телах найдены отметины от когтей и зубов, порванные мембраны, переломы шеи и конечностей, что согласуется с агрессивным поведением на поздней стадии у других групп животных. Не для протокола. Что это за инфекция такая? Целая колония ушанов порвала себя на куски. Хорошо, что меня там не было. Я помечу образцы для лаборатории.
Я надеюсь, что доктор Блэк все же ошибается. Да, хотелось бы верить, что с этим они тоже ошибались, но вряд ли. Еще один инъектор. Хорошо. Попробуем.
Чую по запаху гнездо где-то рядом. Еще одно. Сейчас.